У нас очень сильная команда. Практически все люди работают более 20 лет. Один из самых стабильных коллективов Московской области. Благодарственные письма, почетные грамоты, медали и много цветов. С профессиональным праздником представителей финансовой сферы муниципалитета поздравил глава округа Андрей Иванов. В этом году этой системе исполнилось 220 лет со дня образования. Буквально, по-моему, в этот день, в 1802 году, манифестом, который подписал Александр I, было учреждено Министерство финансов Российской империи. Но мы-то с вами знаем, что в финансовой системе гораздо больше лет, чем 220, очевидно. С момента существования человечества люди всегда что-то считали, либо деньги, либо материальные ценности. Работа финансистов важна для любого предприятия. Не обойтись без этих специалистов и администрации округа. Благодаря их работе формируются программы развития всего муниципалитета и реализуются различные проекты. Наш Одинцовский округ уже несколько раз был отмечен как территория, как муниципалитет, один из лучших в стране, в России, с точки зрения как раз управления финансами. Вот и в 2021 году мы тоже получили, по итогам года получили наивысшую первую премию по качеству управления финансами. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».